Всем доброе утро, мы уже с Милей проснулись, и сегодня я не иду в школу, потому что моя мама едет в Красноярск на обследование, а я сижу с Милей. Она, короче, на меня обиделась, потому что я не дала шоколадку. Ну, она маленькая просто, ей нельзя шоколад. И она такая же аллергенная, кстати, как и я. Типа, она съест что-нибудь не то, у нее сразу же это сыпь. Хотели мамский блок? Так вот, получается. Сейчас мы с Милечкой будем есть творожочек. Вот. Да? Да. Сейчас мы будем хавать, не обращайте внимания на рот Мили, просто маленькие девчонки не очень умеют кушать. Вот. Там собака что-то делает. И я сейчас уже скоро пойду на почту, потому что там пришла какая-то посылка, мне надо ее забрать. Вот, еще мне нужно сходить в магазин за очками, так как я свои очки сломала. Я без очков, кстати, вообще перестала тупо все видеть. Вот раньше у меня было нормальное зрение, ну как нормальное, минус 2. Я начала носить очки, сначала стало минус 3 уже, сейчас минус 3,5. И вот эти очки, которые я носила на минус 3,5, я в них